19.02 по московскому времени, через несколько секунд на этой остановке общественного транспорта должен появиться автобус. А вот, собственно, и он ровно по графику здесь работает, герой нашего сегодняшнего сюжета. Ну что, идемте знакомиться? За рулем автобуса Геннадий Барченков. Общий стаж вождения более 30 лет. 15 из них именно на автобусе. Во сколько начинается ваш рабочий день? Вообще я встаю в 4 часа. Это вы уже на линию выходите, на маршрут? Нет, 4 часа встаю, завтракаю, собираюсь. Рассчитывать время до секунды уже привычка. График движения автобусов не терпит примерности. Иногда приходится нагонять время, которое было потеряно в пробках. Спереди автобус, вот у нас 6 минут, и сзади автобус 6 минут. Я же не могу, например, забрать у заднего его минуту там времени. Это уже получается, я его деньги забираю. 300 километров в день, 2 часа на один круг по городу. После 23 минуты на отдых. Практически все водители автобусов тратят эти минуты одинаково. А как вы считаете, водители автобуса сложная профессия? Очень. Почему? Нервные, сложные, люди разные бывают. Пассажиры действительно бывают разные. И водитель автобуса знает это, пожалуй, лучше всех. Есть люди добрые, есть люди злые. Вот я уже ко всем, я уже не обращаю внимания, у меня иммунитет вот таким вообще. Молодежь, которая вот за рулем недавно, начинает и себе нервы использовать. Лучше промолчать. В таких случаях Геннадий говорит, что это просто не его день. И переживать из-за этого не стоит. Ну, дочка, да, говорит, вот мой папа на автобусе работает. Приятно слушать? Конечно, а чего нет?